Привет, друзья! С вами Марк Легобой. И вчера я ходил в Лего-магазин и купил вот такой вот набор. Сегодня я решил сделать видео коллекции черепашек-ниндзя. Моей коллекции черепашек-ниндзя. Значит, у меня всего три набора. И 1, 2, 3, 4. Так, здесь 5 черепашек. Вот таких вот 5 черепашек. Значит, здесь у нас идет Леонардо, 2 злых лица Микеланджело, голодное лицо и веселое лицо. И Рафаэль. Он с злобным лицом. Значит, также идет у нас здесь Сплинтер, учитель Сплинтер. Я точно не помню, как его зовут сейчас. Нет, здесь не написано. Значит, вот ниндзя Шреддера. Значит, это его первоначальной стадии. И после мутагена он стал вот такой вот собакой. По-моему, нет, я не помню, как он называется. И дальше, значит, три солдата ниндзя Фуд. Значит, главный ниндзя Фуд и два обычных Фуд ниндзя. Также здесь у меня две мини-фигурки. Это Крэнк в костюме робота и мозг Крэнга. В общем, в вот такой капсуле. По этому набору, кстати, я сейчас уже загружаю видео, и вы можете посмотреть обзор на этот набор у меня на главном канале. Но я там ничего не говорю, но что бы я хотел сказать по поводу этого, значит, набора, в частности, этой машины. Она очень клевая, очень здорово. Здесь достаточно большое помещение, что можно посадить сюда всех ниндзя черепашек. Здесь все открывается. Так вот закрывается. Так, если, в принципе, представить его без колес, то можно. Да, не можно, он выглядит в виде вагона. В фильме он называется Панциропус. Здесь есть такое окошко. Сейчас я посажу и покажу, как круто выглядит оно. Вот я посадил его. Так. А вот как оно все выглядит. Значит, видны только глаза через это окошко. И он весь бронированный. Стреляет люками. В данном случае вот таким вот, вот таким вот резиновым снарядом. Вот, но по идее, да, вот отсюда должны вылетать люки. Нет, по-моему, отсюда прессованный мусор, извиняюсь. Люки с какого-то другого места. Вроде бы или снизу, что ли, или сверху, не знаю. Но отсюда точно прессованный мусор. Ставим это все дельце обратно. Значит, и когда колесики поднимаются у нас, вот так мы их поднимаем. У нас получается такой вот вагончик. Значит, у меня рельс нету, но я заходил к другу и ставил его на рельсы. И он отлично ездит просто. И его можно пускать по рельсам. Я не знаю, может, есть такие вундеркинды, которые додумаются прикрепить к нему, значит, моторчик, чтобы он ездил сам по пульту управления. Ну, может, я попробую это сделать, хотя не вундеркинд, ладно. Значит, вот другой у меня набор. Этот набор логово черепашек-ниндзя. Обзор этого набора тоже есть у меня на канале, как и вот этого. Поэтому заходите на мой главный канал Марк Легобой и смотрите. Значит,
Вот так вот. В общем, вот такая вот у меня коллекция. Небольшая, но в моем магазине, в моем предыдущем, кстати, влоге, я был в магазине. И там я видел еще один набор. Вот сейчас. Вот этот вот набор. Значит, наверное, или сегодня, или завтра я пойду и куплю этот набор. И мне еще осталось купить два набора. Это набор, значит, это у нас идет, байк, черепашек-ниндзя и острозуб. И тут низоход еще. Вот, и здесь у нас байк Шреддера. И Донателло. Донателло у меня еще нет. Вот тут у него, по-моему, лицо... Нет, я не увижу так. Здесь лицо злое. А здесь вот этот набор эксклюзивный. Я его еще пока нигде не видел. Это очень классный набор. И здесь у нас... значит... Как же его звали? Неважно, этот робот. Злой робот. А, Бакстер Стокмен, вот так вот. Вот, также у нас есть здесь Эйприл, злое лицо Рафаэля, Бакстер Стокмен и Донателло со злым лицом. Поэтому мне осталось купить, значит, три набора, и у меня будет вся коллекция черепашек-ниндзя. Но также на моем главном канале я снимал видео... Вот, с нового журнала январь-июнь 2014, и здесь на картинке есть новые наборы зимы, может весны, я не знаю, черепашек-ниндзя. Значит, тут у них какие-то суперкостюмы, это, скорее всего, второй сезон. Значит, здесь вот такое вот здание классное, потом... вот такая субмарина ихняя. И также здесь есть крокодил. Я точно не помню, как его зовут, но выглядит все очень круто, очень эпично. Поэтому жду с нетерпением этих наборов. И в общем, что я хочу сказать. Спасибо за просмотр моего пятого влога.